Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 24 января 2021 года, и мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Израиль. И на сегодня запланированы перелеты. Брюссель, Бельгия, Стамбул, Турция, Париж, Франция, Киев, Украина, Вена, Австрия, Минск, Беларусь, Киев, Украина, Рамон, Эйлат, Париж, Франция, Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Кишинев, Молдавия, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Стамбул, Турция, Одесса, Украина, Франкфурт, Германия, Стамбул, Турция, Афины, Греция, Рамон, Эйлат, Франкфурт, Германия. Всего на ближайшие сутки запланировано 26 перелетов. Спасибо за внимание. И до встречи на моем канале.